Найти и отметить активные семьи. Районный конкурс «Кстовская семья-2019» прошел в Центре внешкольной работы. В конкурсе два этапа. На первом семья должна подготовить информационный стенд. На нем все заслуги, фотографии, рукоделие. Папа у нас резьбой по дереву занимается. Вот, поделки разные делает. Делает логические различные задания для детей тоже. Взяли тему у нас традиции путешествовать по родным уголкам России с рыбалкой. У нас такая традиция уже идет, уже три поколения. Меня мой дед учил, папа мой учил, дядя рыбачит. Я это воспитываю тоже в детях. То есть воспитываю также вот бережное отношение к природе. У нас семья занимается спортом, приобщаем к этому ребенку и очень ценим нашу семью. Второй этап конкурса – творческое выступление. На сцене семья рассказывает о себе совершенно любым способом. Участвуют все члены семьи, от маленьких детей до бабушек и дедушек. Мы хотели донести идею того, что семья – это ведь не только ячейка общества. Семья – это весь мир, город, вселенную. Поэтому вот мы о любви ко всему миру. А мы не планируем победить. Нам бы хотелось просто поучаствовать и показать, поделиться с людьми нашей семейной радостью. Нас объединяет совместный быт, нас объединяют наши семейные традиции, объединяет образование наших детей, потому что мы их учим дома по русской классической школе. И, конечно, нас объединяет вера в Бога. В этом году в конкурсе принимает участие 10 семей. Выступления и стенды оценивает жюри. Семья-победитель представит Кстовский район на областном конкурсе весной 2020 года. Евгений Кузьмин, Григорий Князев, «Связист ТВ», специально для «Время новостей».